баллов пока третья, вслед за Евгением Медведевой, Елизаветой Турсунбаевой. Ну а на старт выезжает Марайя Белль, еще одна американская фигуристка. Вчера очень здорово каталась. Пятое место. Правда, вы ее вчера сравнили с Сашей Коэн, очень похожи и по линиям. Да, вот по движениям, она и внешне вот похожа. Саша просто чуть-чуть как бы пониже ростом была, а так вот есть, да, что-то общее. В целом очень симпатичное. Очень симпатичное впечатление производит. Сама себе видишь, там рассказывает, что все-таки вот не сделала. То, что надо было, вначале не получилось немного. И в конце упала. Чуть-чуть не добрала по технике. Ну, очень приятное, приятное катание, да. Прекрасные линии у нее, легкость присутствует.
Я сама расстроилась, да, что не сделала. Расстроилась. Все получилось. Не докатала немножко. Ну, Рафаэля не забалуешь. Надо прыгать хорошо. Дважды 12-я была на мировых первенствах. Сейчас посмотрим, сколько она получила у нас на короткую программу. В короткой программе у меня было 63. Ну, смотри, у меня было здесь. 70 она уже набиралась, 118 у нее было уже за правильный прокат. Yeah, but you still checked. That's where you was wasting energy. You know, sometimes you had to fight. But that's what I'm talking. That's why when you do after. Какой интересный ужин, насколько вы пробовали? Ну, 3 балла. 3 балла всего лишь. Да. Ну, сейчас ей необходимо набрать 134 балла. Нет, чтобы... это многовато. Да. Я думаю, что столько. 126, да, 2-я. 90, все равно на 2-я. Но шансы, конечно, такие есть, потому что там вот если да, посчитать нормальные лифты, вот вначале она там вернула вместо тройного двойной тоже. Ну, вполне может. Итак, она на второй позиции. 7 баллов.